Когда твое влияние растет, появляются те, кому это не нравится. Я знал, что рано или поздно меня накроют, поэтому спрятал деньги по всему миру. Что ж, самое время отправиться в путешествие. Ура! Ура! Ну что вы такие злые, ребят? Во-первых, у меня первый вопрос. Что такое динеро? Динеро. Возможно, это два слова. Ди и неро. Надо искать... А, деньги? А с какого языка это деньги? Динеро – деньги с испанского. А, деньги с испанского, динеро. Ну, там даже... Имя его девушки не динеро, имя его девушки Дилара. Типичный американ хип-хоп. Нет, если мы говорим с вами и обсуждаем с вами съемку этого клипа, и вот такие вот переходы, вот такие... Но вот это жесть полная, на самом деле. Вот
он у Канье Веста взял. Да неважно, у кого кто взял. У нас мало кто что-то придумывает в нынешнем современном мире. Зачем придумывать, если можно адаптировать? Спасибо А4. Вот, поэтому... А, я про сам текст? Ну, про сам текст... Да нет, ну, тексты у Моргенштерна-то особо не меняются. Тексты у Моргенштерна особо не меняются. И это, опять же, это же это его выбор. Если он хочет читать про бабки и про то, какой он богатый, то это его выбор, это типа его стиль. Это Хромакей же. Да, это Хромакей, скорее всего. Но очень хороший Хромакей. Вот. Ну и пролет этот, это все нарисовано, скорее всего. Да, можно. 10 миллионов рублей стоит клип. Видите, как хорошо. Нет, Романов на самом деле годно делает, годно снимает. Команда, которая там, я не знаю, он сам монтирует или нет. Но я думаю, что эффекты и не эффекты. Это все делают. Делает не он, не Романов, потому что у него должна быть команда, как мне кажется. Ну вот. Поэтому там обработка и вот это вот все. Понятное дело, что стоит денег. Ну вот. Не, ну может быть, знаете, самородок есть. Самородки есть такие. Он и режиссер, он и там, как говорится, дудец, и на трубе игрец, как там это называется. Нет, ну, типа, очередной клип Моргенштерна. Все. Хорошо, что во второй части трека начинаешь понимать слова. Вот, очень хорошо. Потому что начало здесь было такое, что типа... Типа вот это было такое, а вот когда он там начал уже расчитался... Вот ну типа вот это уже начинается получше. Да чё, да нормально, господи. Сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Монтаж с Сабатоном Одесса смотрели? Нет. Почему у вас в чате такие токсики? Это вы виноваты? У меня токсики? Не-не-не. У меня максимум, что они любят, это только Моргенштерна. И все. И опять же, это дело каждого. Дело каждого. Вот. Зато у меня анимешников много. Понимаешь? Как бы это плюс, я считаю. Ну, для меня минус, но для всех остальных это плюс.